Доброго времени суток. Так как ничего интересного пока не происходит, потихонечку начинаю страдать фигней. В данном случае хочу собрать себе часы из старой корзины сцепления. Понятное дело, что эта хрень мне в таком виде нафиг не нужна, поэтому поступим следующим образом. В конечном итоге получились вот такие вот часы. На этом-то, в общем-то, все. Ладно, бывайте.